Всем приятной жизни! Это Шашлык, и мы продолжаем играть в Fallout Shelter. Просто задолбали немного вы меня тут. Нет, тут просто трэш, все прокачались, все, не позаходишь чуть-чуть в игру, все. Прям пиндык. 84 у нас. 85, а сколько у нас мест для жителей? 88, да? То есть уже скоро места для жителей закончатся, да? Так, окей. Ну, вода, все это дело есть. Так, а что я хотел? Мне, по сути, только жители и остались, чтобы открыть вот эту вот штуку за 100 жителей, которая... Ну-ка, коллабатор. Ну-ка, коллабатор. Да задолбали вы, а? Кстати, как у тебя тут? 11-13. О, 1200. Слушайте, он нам принесет много лута. А, так он снял эту и одел... То есть он сам снял... Я одел себе Radiation Suit, а лаковую снял. Блин, чё так долго-то они-то? А, все, кстати, уже 88 жителей. Надо строить, точнее, мы не будем строить, мы, наверное, апгрейд сделаем. 500, вот, и сколько у нас жителей теперь? 94, может быть. Восемьдесят девять. Так, тут левелы. Так, а сколько еще я могу апгрейдить? 1500, да? Как раз до сотни. Будет плюс 6. Ну, давайте собирать 1500. Вот. Так, 90. Замечательно. Roman fire, Roman fire. Так, а у нас, кстати, на огонь как раз такие эти квесты. Так, 91, 360 воды надо собрать. Ну, это ерунда вообще. Мы уже 100 собрали. Блин, 51% запустил, ну ладно. Может, огонь? Они еще и засаксессили. Так, окей, тут прокачать. Еще один файр, великолепно. Здорово, великолепно. Сейчас они потушат этот пожар. Блин, да сколько можно мне постоянно про этих новых жителей говорить? У меня тут целая ферма по их выращиванию. Что-то кулинары неудачники сегодня какие-то. Так, опять тараканы. Тараканы на кухне. Так, тараканов раскидали. 45%. Давайте еще разок. Снова фейл. Ну, прям все три раза фейл. О, хорошо, пожар. А что мне дадут за то, что я соберу? 120 крэпсов. Ну, и то, в принципе, дело. Сейчас я начну рашить как раз воду. И нормально. И норм вообще. Чё у вас такой уровень довольства стрёмный?
Вроде общий уровень довольства у всех хороший. А вот у работников кухни стрёмный. А, exploring. Ладно. Так, водяные, погнали. Еще разок погнали. Надо еще пару раз погнать. Так, ну и последний разок погнали. Фейл. Окей. Тревога, тревога. Тревога. Тревагу. Так, давайте быстрее сносите там всех. А то пипец. Так. Так, ну 59% я, естественно, не буду запускать. Сколько у меня уже этих? А, ну там 45-15. Все, у меня уже по максимуму, так что там тех запускать вообще смысла нет. 45 и 15. Room on fire, room on fire. Сейчас потушат они его. Так, 4 есть. Осталось еще 3 пожара всего лишь. Так, отлично, выполнили еще ачивку. Точнее, квест. Чё тут еще? In the Westland. Но это он выполнит, я думаю, пока будет идти. Точнее, пока он там ходит. Оно нормально. Так, давайте зарашим гарден. Отлично, гарден успешно. Давайте еще зарашим гарден. Отлично, еще успешно. Так, 1200. А я сколько хотел на апгрейд? А, мне надо полторушечку, да? Сейчас соберем, все нормально. О, огонь. Огонь, это хорошо. Так, кого еще? Вот этих можно порашить. Successful. Да что ж у вас так прет вам сегодня? Fail. Жаль, что fail. И жаль, что не огонь. Был бы фейл еще и огонь, было бы замечательно. А так, конечно, плохо. Так, давайте электриков. Фейл. Что-то электрики последние, то они были удачные, а сейчас они что-то какие-то неудачники вообще. Room on fire. Так, окей, тушат. Ну, долго они, кстати, тушить будут. Может, еще кого отправить на исследование? Ну, тут проблема в том, что у нас вот такая вот крутая пушка, только одна.
Было бы у нас таких пушек поболя, было бы куда веселей. А так она только одна. Что, конечно же, очень жаль. Очень и очень жаль. Так, все, 6 из 7, остался последний пожар. Давайте его устроим на ядерной станции. Ну, ядерная станция, молодцы. Не устроили пожар. Вот, давай, пожарчик, пожарчик. Эх ты, блин. Не повезло с пожарчиком. Ну и ладно. Вот тут пацаны быстро расстреляли. Фейл, пожарчик. И опять не повезло с пожарчиком. Ну ничего. Блин, а быстро они этих маляратов убили. Так, ну чё, пацаны, пожарчик устроите? Да блин, ну вообще никак. Ну прям просто идеально всё. Да вы издеваетесь надо мной. Не, они реал не хотят мне устраивать пожарчик. Может, электрики, вы неудачники? Во, фейл, пожарчик. Да, замечательно. Пожарчик есть, сейчас выполним еще один квест. Кстати, у нас есть полторушечка. Надо загрейдить комнатушечку. Апгрейд. Так, отлично. Все, теперь у нас 100 жителей может же проживать. А интересно, больше можно? Да наверняка можно. Иначе зачем такой большой бункер? Кого ты там садить будешь? Вот, просто на 100 открываются все уже. Ну, последняя постройка открывается на сотни. И там уже... Дальше я особого смысла и не вижу качаться. То есть сейчас мы откроем последнюю постройку. Ну, точнее, она еще не открыта, но вот когда у нас будет 100 жителей, мы ее откроем. И дальше чего? Так, давайте опять в очередной раз устроим тут. Устроим тут сходку с целью занятия Секисом этим чувакам. Да и здесь устроим. А ты иди на склад. А, 16 жителей в правильных комнатах. А что мне это даст? 260. Блин, а в прошлый раз мне за такое... Ну, не за совсем за такое, но... За нечто подобное... Блин, without my family. А, так вот они поменялись. Во, нормальдис. Надо поменять. Слышь, чувак, а ну. Иди тогда к вот этой чубзихе. Надо чувака. Например, вот этого. Так, отлично. Ладненько, я, пожалуй, на этом тогда этот выпуск и закончу. Большое вам спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.